Ваше Преосвященство, честные отцы, дорогие сербские друзья. Ваше Преосвященство, частные отцы, дорогие сербские и русские приятели. Наша делегация приехала в Воеводину для того, чтобы восстановить память о русских людях, которые в результате большевистского террора покинули нашу страну, нашу родину, свою родину. Наша делегация дошла на Воеводину да обнови споменик людям, которые за время эмиграции напустили свою отчизну. И они нашли здесь, в королевстве сербов и хорватов, словенцев, потом Югославии, теплый прием и считали это своей второй родиной. И они нашли здесь, в королевине сербов, хорватов и словенцев, затем в королевине Югославии, утучище. Здесь через Югославию прошло 100 тысяч. Ovde je kroz Jugoslaviju prošlo preko 100.000 ljudi. Iz njih 50.000 ostalo je živjeti i raditi. Od njih je 50.000 ostalo da živi i radi ovde. I mnogi zdes našli poslednji prijut, zdes oni i bili pohoroneni. I mnogi od njih su svoje konačište našli ovde, poslednje, i ovde su ostali na ovoj zemlji. Сегодня в Кикинде, на месте русского кладбища, мы открыли большой памятник 262 похороненных там наших соотечественников. Ovde u Kikindi danas smo otkrili spomenik koji je posvećen našem narodu, njih je sahranjeno tu 262. Я знаю, что мы знаем, что в Новом Саде было много русских, которые внесли свой вклад в развитие города, развитие края. Знам, да и в Новом Саду было они русы, которые оставили великий который дали великий допринос в этом году. Мы восстанавливаем связь в регион. Мы овде успоставляем поново везе между временем. Которые были прерваны. Везе, которые были прекинуты. Почти 100 лет. Скоро 100 година. Мы вспоминаем нашу империю, нашу Россию, нашу любимую Россию. И хотим возрождения России как великой страны. Сечемо се своей империи, сечемо се своей Руси и желим, да се поново наша земля роди. Сегодня вас пришли и приветствовать депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Олег Лебедев. Данас овде са нама и посланник Русской Державной Думы из партии «Единственная Русия» Олег Лебедев. Председатель фонда славянской письменности и культуры Александр Крутов. Граф Сергей Алексеевич Капнист, председатель Красного Креста Российской империи. Среди нас потомки русской эмиграции. Među nama su ovde i potomci ruske emigracije, ruskih oficera, ruskih knjizej, ruskih oficira, ruskih knježa. Pavel Kozubov. Pavel Kozubov. Pjotr Uvarov, Sjeznik. Pjotr Uvarov. I ješće velika grupa aktivistov фонда «Наследие», который восстанавливает эти памятники с помощью наших друзей сербской организации «Наша Сербия». И ovde su sa nama članovi фонда «Наследие», koji nam pomažu zajedno sa srpskom organizacijom «Наша Сербия». Огромную... У организации и обновлению споменника. Огромную помощь нам оказывает сербская православная церковь. И велику помощь нам пружа и Сербская Православная Церковь. Без помощи Сербской Православной Церкви мы мало могли что сделать здесь. Без помощи Сербской Православной Церкви мало что бы мы успели отсюда уродим. Поэтому сегодня по поручению главы Русской Православной Церкви за границей митрополита восточноамериканского Нью-Йоркского Илариона я должен наградить епископа Иринея юбилейной медалью в память Великой войне. И зато данас желим да наградим от митрополита Илариона Русской Православной Церкви ван граница митрополита Источно-Америчкого и Нью-Йоркского Илариона. Это медаль в честь нашего боевого братства, сербов и русских в Первую мировую войну. Ова медаля е в чест нашего боевого братства.
всех вас в подарок концерт. Сегодня первую часть концерта хор, мужской хор Ипатьевского монастыря город Кострома. Это монастырь династии Романовых. Там был провозглашен царем первый царь из династии Романовых. И danas за вас ovde kao poklon muški hor Ipatijskog manastira iz grada Kostroma, gde je bio prvi car iz dinastije Romanovih. Руководитель хора Николай Мальцев. Руководитель хора Николай Мальцев. Песня о гибели
миноносца стерегущего. Обработки поет песня об атамане. Кладывается.
Oh.
Thank you.
народная песня «Водят в бой». Руководитель ансамбля, друг нашего фонда, Галина Варшавская. Руководитель ансамбля, друг нашего фонда, Галина Варшавская.
знакомых лиц, которые уже стали дороги. Вы наши друзья, вы наша семья, мы все вместе. И у нас уже хорошая традиция сохранилась. Где бы мы ни были, с нашим генералом, с нашим атаманом, мы чествуем генерала, как положено. Атаману чествовать, правда, бы стоять под белой куркой. Выпить чарку с клинка, как очень бравому казачьему атаману. Вы тот человек, который делает в сегодняшнее время для казачества больше всего. Поэтому мы вас очень уважаем, Леонид Петрович, чтим и очень любим.